смотрел, я примерно себя представлял, ну, то есть, как я бы это говорил, я примерно так же записывал новогоднее обращение, блядь. Видно, что... Вот смотрите, чекайте. Ой, блядь. Самый популярный и высокооплачиваемый российский певец. По версии журнала Forbes, от 2019 года. Да, это реально так, типа, самый высокооплачиваемый? Блядь. Автор песен, актер. Бля, ну актер... Какой он актер, блядь? Я ни разу его не видел в актерах. Скам. Это... Блять, скам нахуй. Мне коты тут бесятся. Я ебал, ну, типа... Популярная тема в мире в целом, в интернете, и развилась... Вот, я точно так же записывал новогоднее обращение к вам, блять. Я такой, типа, с Новым годом, друзья. И, короче, такую хуйню нес какую-то непонятную вообще. В последнее время очень-очень много скамеров. И это... Посмотри, он читает, блять. Эта история набирает огромнейшие обороты. Что такое скам? Огромнейший, блять, вот этот жест тоже огромнейший. Видно, как, блять. Это когда вас... обворовывают в интернете, скамят на деньги. Бывает много таких случаев, когда вам приходят сообщения от вашего любимого. Бля, прикинь, реально, блядь, чела будут показывать по всей России, бля, по всем школам, нахуй. А он не выучил текст на 2 минуты, ебаный в рот. Бля, Егор, как так, нахуй? Блогера, артиста, актера, неважно, человека, которого вы очень... Бля, интересно, сколько ему заплатили реально? Ну, блядь, это же, ну, довольно много должны были заплатить. Любите. И может прийти от него такое сообщение, типа, с просьбой перекинуть деньги, подтвердить какой-то код карт или что-то еще. Не верьте, не перекидывайте, ничего не подтверждайте. Обычно известные люди таким не занимаются. Возможно, есть какие-то индивидуумы, но в большинстве, в 99,9% случаев... Блять, вот, а серьезно? Вот этот человек рассказывает о скаме, блять, который сидит, блять, играет в казино, нахуй, на стримах. Это адекватно вообще, блять? Они кого выбирали, ебаный в рот? Типа, есть какой-то фреймтеймер, блять, конечно, его мало кто знает, блять, ну, типа, не как Егора Крида, типа, фреймтеймер менее популярный. Ну, вот единственный чел, который казино не продался, блять, и он говорит про скам, серьезно, вот Егор, блять, они выбрали Егора Крида? Че, ебанулись, нахуй? Нет. Не отправляйте никому деньги, не верьте никому в интернете. Если вдруг вам пишет Егор Крид, а мне часто присылают скрины, где я пишу кому-то, типа, а можешь подтвердить, пожалуйста, там, типа, или скинуть мне какой-то номер. Нет, это все вранье. Не ведитесь на фейки, не ведитесь на то, что пишут в телеграм-каналах. Всегда старайтесь проверить и достучаться до... Ну, это же, блядь, я не знаю, а кому показывают вообще, типа, всем первоклассникам, там, до 11 класса или как? Ну, просто... Это же такая, блядь, ну, понятная хуйня, очевидная просто. Мне кажется, ему дали задание. Здорово, Егор, вот тебе 10 тысяч миллионов баксов, блядь. Скажи какую-нибудь хуйню про скам. Он такой, окей. И такой, скам — это плохо. Заебись, все, на, деньги. Так вот было это, блядь, или как? Достоверной информации, пока сам человек вам не скажет, не объявит какой-то своей верифицированной. Так, секунду, ребята, донатики прилетели, блядь. Да, я философ нахуй, но мне очень нравится его подход. Вот еще мы не виделись 1000 лет, помню. Как оседла в грозу девчонка, сидя на молнии, тянет лунный косу. Я не понимаю, блядь, перекинезиса. У него слишком какие-то заувалированные фразы, блядь. Это вообще, это гений нахуй. В социальной сети, в каком-то своем микроблоге и так далее. До этого момента не верьте, не доверяйте, никому ничего не отправляйте. Даже если вам мама вдруг пишет... А вот если я играл в карты на раздевание с бомжами и меня потом выебали, меня заскамили или нет? Егор, ответь, пожалуйста, мнение эксперта хочу услышать. Пишет. Дочка, сынок, нужно мне перекинуть это, подтвердить. Позвоните, спросите. Лишний раз, зато будет повод. Да, меня заскамили. Блять, Егор, где ты был, нахуй? Где ты был в моем первом классе, ебаный в рот? Общаться с родными, спросить, как у них дела, и сказать о том, что вы их любите. Не теряйте свои деньги, и уж тем более в интернете. В интернете их нужно зарабатывать. Ну и можете подписаться на мой телеграм-канал, на мою телегу, вот он здесь. Серьезно? Блять, на всю Россию свою рекламу, блять, сделал. Я в ахуе, серьезно? Это он заплатил, блять, или кто, или как, нахуй? Это появился Егор Крид, официальный канал. Там точно нет фейков, и там вас не заскамят. А еще, пользуясь возможностью, хочу вас пригласить на свой огромный сольный концерт в Москве. Мне кажется, это тренд, блять. Вот Мазел записал свое обращение, да? Я тоже запишу, обязательно. Который пока непонятно, где пройдет, но он будет на 40. ТГ канал, где он казино рекламирует. Блять, я в ахуе. Я просто в ахуе. Я просто в шоке, блять. Человек, поэтому всех вас вместим. И будет большой концерт в Питере. В общем, все это будет в сентябре в этом году. Ждите. На связи был Егор Крид, всем до связи, до следующих новостей, бля. Я в ахуе просто, это жесть, блядь. Что вы думаете вообще, ребят, в комментариях напишите. Я что-то вообще в шоке нахожусь, реальным, блядь.